Привет, друзья! Давненько у нас на канале не было видео о пополнении коллекции. И вот, первое в этом году и 15-е по счету видео о наших новых приобретениях. Приятного просмотра! Еще в начале января я сделал несколько заказов. Некоторые из них пришли быстро, а некоторые пришлось подождать, вплоть до сегодняшнего дня. Быстро пришла кассета Селены Гомес «Rare». Распаковка уже есть на канале. Не скажу, что я являюсь большим фанатом творчества Селены, но мне очень нравится сам формат кассет. И когда я узнаю, что современные артисты выпускают свои альбомы на кассетах, не могу себя удержать и покупаю эту кассету. Так случилось и с этой кассетой. Заказывал на официальном сайте Селены. Хотелось бы отметить, что качество самой печати не самое лучшее. Надписи порой трудно рассчитать. Похожая история была с кассетой Taylor Swift Reputation. Чуть позже пришла другая посылка. И в этой посылке были следующие диски. Сингл Робина Шульца и Харло «All This Love». Робин Шульц — это один из тех артистов, который все еще выпускает синглы не только в цифровом формате, но и на CD, что мне безумно нравится. Диск группы Scooter Encore Live and Direct. Альбом группы Scooter Mind the Gap. Версия альбома с буклетом, потому что были версии альбома, в котором отсутствовал буклет. И Ольга Шепс, 100% Scooter, Piano Only. Если вы следите за моим каналом, то вы наверняка знаете, что у меня есть друг, который часто подгоняет мне релизы группы Scooter разных лет. И на этот раз это сингл Let Me Be Your Valentine на виниле. И, пожалуй, главный экземпляр этого видео – переиздание дебютного альбома группы Scooter And The Beat Goes On на виниле. В далеком 95-м году этот альбом уже выходил на виниловых пластинках. И вот спустя годы группа опять решила переиздать его в этом же формате. Было бы круто, если бы и остальные альбомы группа решила переиздать на виниловых пластинках. Будем мечтать об этом. Хочется отметить, что качество печати очень хорошее. Либо у них сохранились исходники, либо они сделали реставрацию старых. И вот теперь мы можем увидеть, как этот альбом выглядит во всех форматах. На кассете, на компакт-диске и как он был переиздан в диджипэках 20 Years of Hardcore. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарии. Можете написать, из какого вы города. Мы лично вещаем из Вильнюса. Всем спасибо, всем хорошего дня. До следующих видео. Пока.